Всем добрый день, здравствуйте. Прошлое воскресенье, 2 декабря, мы ездили на рождественский рынок в один из маленьких городков, который находится поблизости, и один из любимых городков – Нацвард. А вообще, рынки в Нацварде проходят в первое воскресенье каждого месяца. И здесь же, напротив рынка, у небольшого магазинчика «Тесла» состоялась моя встреча с одной из моих подписчиц, которую зовут Ирина. Она, посмотрев мое очередное видео и узнав, что мы собираемся в Нацвард, написала мне и попросила о встрече. И, конечно, я согласилась. Я была со своим мужем, она со своим. Встретились мы в назначенное время у этого магазинчика и проболтали около 45 минут. Но мы говорили о своем, о девичьем, а наши мужчины тоже как-то очень быстро нашли общий язык и что-то оживленно обсуждали. Сама Ирина с Украины, живет здесь уже 4-й год, в небольшой деревушке, от нас примерно час езды. Рада я была знакомству и хочу сказать, что вот так порой совершенно незнакомые тебе люди поднимают настроение и делают твой день. Ну, а если вернуться к рождественскому рынку, то хочу сказать, что он меня немного разочаровал, потому что, в принципе, рождественской темы здесь было очень мало. А вот у этих дам я купила такой небольшой шашлычок из клубники в шоколаде. Купила и съела. Ну, конечно, здесь очень много продается всего, что сделано своими руками. Вот, например, такие гирлянды и небольшие рождественские декорации. Я хотела купить что-нибудь для украшения своего дома, но ничего подходящего так и не нашла. А вообще, мне очень нравятся вот такие самобытные рыночки, где можно купить просто все и вся. Хлебобулочные изделия, горячее вино, напитки, орешки, сыры, колбаски, какие-то копчености. В общем, чего здесь только нет. Ну и, конечно, местные торговцы предлагают все это попробовать. Разложат все свои вкусняшки на прилавках, и, конечно, невозможно отказаться. И такие рынки проходят практически во всех населенных пунктах, и в нашем городке тоже, но гораздо меньше по объему. А вот скажите, пожалуйста, вам интересны такие видео? Я имею в виду видео на рождественские темы. Мне продолжать? But they never let poor Rudolph join any reindeer games. And then one foggy Christmas Eve, the Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? And then how the reindeer loved him as he shouted out with glee. Rudolph the Red-Nosed Reindeer, you'll go down in history. Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny